Всем привет, друзья! Добро пожаловать на мой канал, и главная новость сегодняшнего видео — мы летим в Израиль. Мы летим в Израиль на Новый год, на 7 дней, и в сегодняшнем видео я бы очень хотела с вами поговорить о том, как мы брали билеты в Израиль, как мы будем туда добираться, собственно, потому что это оказалось достаточно эпопейно, несмотря на то, что я снимала вот эти, знаете, вот эти умные видео о том, как брать билеты, все это я знала, но оказалось, на деле это все гораздо интереснее, гораздо сложнее. Так что, если вам интересно, оставайтесь со мной. Итак, мои дорогие, я уже оговорилась о том, что, конечно, мы все такие умные, да, я там снимала эти умные видео о том, как брать билеты. На деле все оказалось гораздо интереснее. Начнем с того, что из Украины в Израиль прямые рейсы осуществляют две авиакомпании. Это израильская авиакомпания El Al, и это украинская авиакомпания MAU, международная авиалиния Украины. Я изначально не рассматривала рейсы с пересадками. Есть рейсы с пересадками, там пересадка и в Стамбуле, и есть пересадка в Париже, и есть пересадка в Берлине, их очень много разных пересадок. По факту, когда я смотрела по ценам, выигрываешь не настолько много. Плюс, я об этом говорила в видео о покупке билетов, скажу и здесь. Я не считаю рейсы с пересадками, тем более, вот когда речь идет об Израиле, в Израиле очень дорогие билеты. Так вот, я не считаю такие рейсы выгодными, потому что вы потратите вот эту разницу денег, да, в зоне пересадки. Но все равно вам захочется покушать, вам захочется выпить чай, кофе. И по итогу получится все то же самое, потому что на самом деле пересадка не маленькая, все пересадки от 3 часов. То есть, естественно, ну, если вам хочется лететь с пересадкой, я не буду вас отговаривать, я просто не вижу в этом смысла. Это такое логическое отступление, да? Я не рассматривала рейсы с пересадками, соответственно, начала выбирать между двумя авиакомпаниями. Про авиакомпанию El Al у меня есть отдельное видео, как мы летели с этой авиакомпанией, но... Я начала мыслить, может быть, как-то более логически, я начала думать о том, что, ну, если мы уже проходили все эти допросы в этой авиакомпании, мы там все это мужественно выдержали, то, возможно, а мы не так давно ведь были в Израиле, и назад мы тоже летели El Al, и туда мы летели El Al, и, возможно, последующие наши визиты уже будут проще. Поэтому я как бы не откидывала возможность полететь El Al. И когда я начала искать билеты, у меня, собственно, были определенные критерии. Мне нужно было вылететь в Израиль утром и вернуться из Израиля ранним утром. То есть мне подходил рейс приблизительно в 5-6 часов утра, чтобы где-то уже 8-9 часов утра мне быть в Борисполе, в Киеве. Таких рейсов, к сожалению, не так много, и они, соответственно, дороже. Я начала искать билеты с помощью сервиса покупки билетов Momondo. Мне он очень нравится, это, соответственно, поверьте мне, не реклама, это просто потому, что он мне удобен. Это практически то же самое, что Skyscanner, просто мне почему-то больше нравится Momondo, не знаю почему. Начала я поиск, посмотрела приблизительную стоимость билетов. В Израиль билеты очень дорогие, и я не пойму, почему такая цена. За те деньги, за которые я беру билеты в Израиль, я могла туда-сюда слетать по Европе не один раз, а в Израиль просто, ну, космические цены на билеты. Чтобы вы понимали, когда я начала их искать, один билет стоил около 3500 гривен. Опять же, я немножко отвлекусь и скажу вам, что да, по Европе было бы гораздо дешевле, но по Украине, если вы будете смотреть рейс из Харькова в Киев, например, стоит летать 2000 гривен, то есть, ну, как бы тут вообще для меня все очень странно и непонятно, почему так, но так есть. Так вот, я начала смотреть, и подходящий мне рейс вылетал из Борисполя в 9:50 утра, что-то где-то около часа дня мы в Бен-Гурионе, и назад где-то в 6, там, в 5 утра назад, и где-то, по-моему, в 8 утра мы в Борисполе. Таких рейсов вот с таким вот графиком выполняют две авиакомпании, с разницей в час они вылетают и туда, и обратно, собственно, El Al и MAU, да? Они у той и у другой авиакомпании есть такие рейсы. И тут началась, знаете, борьба с собой. Я начала думать о том, что, в принципе, сервис авиакомпании El Al мне очень нравится. Во-первых, что немаловажно, когда ты платишь такие деньги, питание в самолете, мне кажется, должно быть за счет авиакомпании.
К сожалению, международные авиалинии Украины считают, что я в этом случае не права, и еду я должна покупать сама на борту самолета. Я не гордая, я поголодаю 3 часа, ничего со мной не случится. Мой большой муж может взять с собой бутерброды и тоже поголодать на борту самолета. Но вопрос в том, в правильности этого подхода, в Лале кормят такими бургерами и маленькая водичка, по крайней мере, то, что нам давали летом. Вот. Я начала думать, что в плане сервиса дело просто, понимаете, как бы дело не там в бутербродах и не в чем-то, дело просто в подходе. Я плачу достаточно большие деньги, и я хотела бы получить сервис за эти деньги. Я, соответственно, уже практически остановилась на Эляле и начала процедуру бронирования, да. Я сразу вам хочу сказать, что перед тем, как начать бронировать, я всегда сравниваю цены на разных вот этих сканерах, да, билетных. И я установила себе SkyScanner, я установила себе Momondo, все эти приложения, и еще какое-то Aviasale, да, такое приложение Aviasale. В общем, в 3 этих приложениях, чтобы вы понимали, цены были совершенно разные. Они разнились порядка 500-600 гривен. Я, конечно, была немножко в шоке. В общем, из этих 3 приложений дешевле всего оказался билет таки на Momondo. И я, соответственно, уже выбрала Эляль, начала процедуру бронирования. Я брала билеты, мне нужен был один багаж туда, один багаж обратно. Я начинаю бронировать билеты, дохожу до процедуры покупки багажа. А его нет. То есть я не могу добавить багаж. Я думала, что с такой проблемой, кто не видел мое видео о авиакомпании Эляль, я оставлю вам ссылочку внизу, и вы поймете, о чем я говорю. Я думала, что с такой проблемой я столкнулась только в Израиле, когда я не могла купить доп-багаж, докупить. Оказалось, что я вот даже сейчас не могу купить билет напрямую с сайта с багажом, то есть мне где-то потом нужно его докупить. Я начала сомневаться, потому что, уже столкнувшись с этим в Израиле, когда мы вот с такими выпученными глазами бегали, искали, где же нам купить багаж, я поняла, что 2-го раза я такого не хочу, и вообще он мне не нужен. И я начала думать о том, что все-таки придется лететь МАО, как бы мне этого не хотелось. Я посмотрела, что билеты в МАО немножко дешевле, на 200 гривен, и опять же, во всех приложениях разнилась цена и на МАО билет. Думаю, окей, куплю МАО. В МАО все гораздо проще, система бронирования в МАО намного проще. Я не знаю, почему изначально я не зашла на официальный сайт, ну вот мне как-то почему-то вот эти все сканеры нравились больше. Я начала, опять же, процедуру бронирования, и когда я дохожу до багажа, я вижу, что я могу купить багаж весом 20 килограмм. Почему 20? Я не могу, опять же, понять для себя, потому что во всех авиакомпаниях мы летаем с весом приблизительно 23 килограмма, да? Почему 20, не могу понять. Опять же, немножко стопорнулась, потому что, мне не столь важен этот вес, я не лечу на такое количество времени, там ничего я с собой такого везти не собираюсь, но меня просят привезти там, ну, я и подарки, да, там везти там, и какие-то заказики просят привезти, и, конечно, мне этот вес, ну, просто жизненно необходим. Соответственно, подумав, думаю, зайду-ка я на официальный сайт авиакомпании МАО, потому что на официальном сайте Эляля я была, и там, собственно, тоже я не знала, как докупить багаж, то есть Эляль был отметен однозначно. Зашла я на официальный сайт авиакомпании МАО, все ввела, там очень простая форма на самом деле, и мне выдает, что, пожалуйста, купите билеты. На официальном сайте билеты получились немножечко дороже, внимание. Да, немножечко дороже билеты получились, чем на Momondo. В общем, ну, логики, понимаете, логика отсутствует полностью. Я заполнила все вот эти там анкеты, там заполнила данные паспорта, все, дохожу до багажа и вижу вес 23 килограмма. Вопрос, куда вот эти сайты девают 3 килограмма веса? Объясните мне, Momondo, SkyScanner и прочие вот эти товарищи, куда вы деваете 3 килограмма веса авиакомпании МАУ? Окей,
сказала, я заполнила все, нажала кнопочку «Купить», все достаточно просто, можно добавить сразу себе в билет еду, если вы хотите, абсолютно легко добавляется багаж, я даже, вы знаете, вот в какой-то момент я возгордилась просто нашим сервисом, потому что в израильском сервисе такого нет, на израильских сайтах такого нет, чтобы добавить багаж, надо пройти 33 круга ада в авиакомпании «Эль Аль», еще раз вас отправляю к моему видео, ссылочка внизу. Ребят, я вам хочу сказать, что вот когда я сама попроходила вот эти все процедуры, потому что в прошлый раз, когда я брала билеты, я брала их в авиакассе. Так случилось, что мы взяли их в авиакассе, на то были причины, почему я не брала их через интернет. И когда в этот раз я пришла, то есть в Европу билеты берутся немножко по-другому, там другие авиакомпании, Wizz Air, Ryanair, там немножко попроще это все дело. Когда я сейчас прошла вот этот круг ада, понимаете, там один вес допустимый, там другой, там можно добавить багаж, там нельзя добавить багаж. Цены везде разные. Блин, ребят, я не понимаю, как может цена на официальном сайте авиакомпании быть выше, чем у тех, кто эти билеты перепродает. Может, я чего-то недопонимаю. И, конечно, получились билеты по просто бешеной цене. То есть я вам сейчас, конечно же, озвучу сумму, за которую я их купила. Внимание! Та-да-да-дам! 15 тысяч гривен. На секундочку, по нынешнему курсу, мои дорогие, это практически 650 где-то долларов. Понимаете, за 650 долларов я могла облететь пол Европы, чтобы вы понимали. Я могла попутешествовать просто по половине европейских стран. Это 4 билета в Израиль, туда-назад 2 билета. Ну, то есть я не понимаю, почему такие цены, конечно, цены бешеные, и они не оправданы, понимаете? По крайней мере, в авиакомпании МАУ даже тебе за эти деньги, извините, поесть не дадут. И я не знаю, дадут ли воду, вот этого я тоже не знаю. Кто уже летал, расскажите, пожалуйста, дают ли в МАУ хотя бы водички попить. Да, в общем, ребят, летим мы 25 декабря, я вам сразу сделаю небольшой анонс, я буду снимать для вас влоги из Израиля, я буду показывать вам израильские цены, мы с вами немножко погуляем по городу Петах-Тиква, если мы еще куда-нибудь поедем, мы обязательно возьмем вас с собой, я покажу вам аэропорт Бен-Гуриона, я покажу аэропорт Борисполь, покажу вам самолет, в общем, покажу вам все от начала до конца нашей поездки. Так что, если вам будет интересно попутешествовать со мной в Израиль, подписывайтесь на канал. Будет очень-очень интересно. Всем самого хорошего, всем самого доброго и пока-пока!